В этом мире каждый ищет счастье, и существует только один способ, один верный способ, чтобы найти его. Это контроль над своими мыслями. Не позволяйте себе расстраиваться из-за пустяков, которые следует презирать и забыть. Помните, что жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на пустяки. Человек, осознающий этот мир, будет проявлять храбрость. По этой причине самая главная истина, которую предстоит осознать, это смерть. Ты не перестаешь искать силы и уверенность вовне, а искать следует в себе. Они там всегда и были. Любовь – это самый проверенный способ преодолеть чувство стыда. Если ты любим, то других забот тебе не надо. Утешать – это значит претендовать на отплату тем же. Наверное, эпоха умничания переживает свой последний расцвет. Люди давно уже мечтают о покое. Скоро заурядного человека будут разыскивать, как тенистый уголок на измученной зноем земле. Заурядность станет новым видом гениальности. Исламское учение зародило великие традиции равноправия и скромности в отношениях и поведении, внушая людям великодушие и терпимость. Это гуманное учение высшего порядка, являющееся в то же время реалистичным. Ислам наполнен добротой, уважением и братством. Человек, который жрет как свинья, должен и выглядеть как свинья. Путь наименьшего сопротивления – это путь неудачника. Когда болвана учат мудрецы, они посев бросают в солонцы, и как ничто пошире, чем вчера, на завтра будет глупости дыра. Рана – это место, через которое в вас входит свет. В то время как разум видит только границы, любовь знает тайные пути. Боль существует только в сопротивлении. Радость только в принятии. Даже события, наполненные болью, становятся радостными, когда мы принимаем их с открытым сердцем. Даже события, наполненные радостью, превращаются в болезненные, если мы не принимаем их. Нет такой вещи, как плохой опыт. Есть просто сопротивление тому, что есть. Нужно ли человеку что-либо помимо жизни и искусства? Я думаю, что нет, больше не нужно ничего. Сюда входит все настоящее. Смотрите внимательно на ноль, ибо ноль не то, за что вы его принимаете. Стихи надо писать так, что если бросить стихотворение в окно, то стекло разобьется. Покупая птицу, смотри, нет ли у нее зубов. Если есть зубы, то это не птица. Человеческая личность должна быть крепка, как скала,
ибо на ней все строится. Человек о многом говорит интересно, но с аппетитом, только о себе. Предавший один раз, предаст и второй. У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем, у него есть настоящее и то не день, а мгновение. За любовь платишь в рассрочку, и большей частью, увы, когда любовь уже кончилась. Озвучено Яндекс.Спичкет. Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость, чтобы мы любили мужчин. Ревнивец – это ребенок, который пугается чудовищ, созданных в потемках его воображения. Когда уже очень далеко уйдешь по жизненному пути, то замечаешь, что попал не на ту дорогу. Честолюбие во все времена надевало на себя личину общественного блага или религии для того, чтобы морочить людей. Часто по секрету говорят ложь, чтобы узнать правду. Да, Бог – это любовь. Но что за дьявольская затея – это любовь? Жизнь – это усталость, растущая с каждым шагом. Все философии в конечном счете абсурдны, но некоторые абсурднее, чем другие. Здоровый желудок не принимает дурную пищу, здоровый ум – дурные взгляды. Нет более ничтожного, глупого, презренного, жалкого, себелюбивого, злопамятного, завистливого и неблагодарного животного, чем толпа. Некоторые дают обещания ради удовольствия их нарушить. Истинный философ – тот, кто умеет забыть о себе. Старательно избегай всякой дружбы с дураками и плутами, если в отношениях с такими людьми вообще применимо слово «дружба». Когда я стараюсь распознать истинные чувства людей, я полагаюсь на мои глаза больше, чем на уши. Если кто уверяет, что выпил 6 или 8 бутылок вина за один присест, то из одного только милосердия я буду считать его лжецом, не то мне придется думать, что он скотина. Если ты нащупал в человеке какую-то характерную черту, ни в коем случае не доверяй ему в том, что этой черты касается. Любящее сердце стоит больше, чем вся мудрость на свете. Слезы очищают легкие, умывают лицо, укрепляют зрение и успокаивают нервы. Живой человек, лишенный разума, страшнее, чем мертвец. Люди гораздо больше страдали друг от друга, чем от природных катастроф.
Если вы не теряете дар речи, глядя ясной ночью в космическое пространство, значит, вы не смотрите туда по-настоящему, не осознаете всей совокупности того, что там есть. То, как вас видят люди, становится зеркалом, которое говорит вам, кто вы и что собой представляете. Каждый мужчина ищет идеальную женщину, особенно после женитьбы. Легче удержать полдюжины любовников, которые не уверены в твоих чувствах, чем одного, который уже в них уверен. То, что для одного безрассудная страсть, для другого просто жена. Стыд – это страх честности перед позором. Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой. Где спокойная совесть, там нет недостатка ни в каких удовольствиях. Где мучается несчастная совесть, там нет недостатка ни в каких бедах. Даже в самой худшей судьбе есть возможности для счастливых перемен. Когда твой мир маленький, то любая мелкая неприятность может его покачнуть и разрушить. А когда ты смог раздвинуть его до масштабов реального мира, смог увидеть и почувствовать эти масштабы, прежние муравьиные горести теряют свою значимость. Если мужчина не хочет меняться, у вас есть выбор – жить с ним, таким, какой он есть, или по-своему без него. Не можете решить – значит, плохо слышите себя, и проблема не в нем, а в вас. Начните мечтать о будущем, даже еще не порвав с предыдущей моделью жизни, как только почувствуете, что что-то не так. И вы заметите, что обрастете новыми связями, как ракушка водорослями. В вашем окружении, как по волшебству, начнут появляться люди, ведущие к новой жизни. Вам будут попадаться нужные книги, нужные статьи. Все обстоятельства начнут складываться вокруг вас таким образом, что постепенно, шаг за шагом, вы начнете продвигаться к главному поступку в своей жизни. Известность не та дама, с которой строит прочные отношения. Флиртуйте, но не доверяйте ей жизнь и душу. Хотите славы и оваций, идите в актеры. В любом другом месте, помните, зачем вам крылья.